Ох, инвестиции в долгосрочной перспективе. Инвестиции в долгосрок. Мне писали в комментариях, то есть я нашел комментарий уже. Ну, как там, они написали, а автор должен ему ответить. А я такой, бам, запишу ролик. Видите, я достаточно много на YouTube, мне, в принципе, нужно записывать что-то. Пока мне не пишут комментарии, я, наверное, буду кого-то брать взамен. То, что он будет читать чужие комментарии, если хочет. Моих с моего канала. Ладно, начинаем. Значит, смотрите, значит, инвестиции в дальний срок, то есть недвижимость, это самая выгодная и безопасная сделка. А вот биткоин, криптовалюта, доллары, это нужно активность проявлять. А если мы не хотим заботиться об этом, то покупаем акцию. О, криптовалюту тоже можно. Но она может упасть и вырасти. Это как-то стабильно, да? Но если реально криптовалюта падает и растет, то в принципе можно когда-нибудь какой-то в день продать ее. Только нужно выбирать тот день, когда биткоин именно вырос, и вы продадите 2 раза больше. Может быть, 1 раз там, с бонусами каким-то. В общем, долгосрок инвестиции, если вы делаете какое-то хобби, например, снимаете видеоролики. Когда вы инвестируете в свои ролики, когда вы достаточно хорошо там делаете, пишете описание, название, залогу, превью, или кто-то вам за вас это делает, там, не знаю, зарабатываете уже. Может, не зарабатываете, но вы сделали превью, название, там все красиво. В общем, на YouTube, в интернете наберете, как продвинуть свой канал, там бесплатно обучающие ролики. Я могу их тоже вам снять, если вы напишите в комментариях, если вам очень понадобится. И все, в принципе. Вы когда создаете свой YouTube канал, ла-ла-ла-ла, основные навыки сделали. Сколько роликов нужно снять, чтобы уже продвигать за свои деньги, и тем самым в будущем вам только будет только плюс. Только если будет нужно снимать там. Запланируйте ролики. И в принципе все. Снимите там, например, каждый месяц по 10 роликов. Или хотя бы каждый месяц по 2 ролика. Получается, вам нужно за код 2-4 ролика снять. Думаю, это легко сделать, но с монтажом. Ведь если вы уже инвестируете, то вы должны с монтажом делать. Потому что никто так просто вот так вот не будет смотреть. Но если я уже снял такую тему, то в принципе нужно продолжать тему снимать. Ну, я как-то так вот. Это уже другая тема. Как-то я обошел. В общем, инвестиции в дальний срок. Вы можете инвестировать в акции. Например, акции Тинькофф Банк. Она такая стабильно будет еще продвигаться 2-3 года. Даже после этого берем другую акцию. Apple сам популярна, будет стабильно еще продолжать как доллар. Вот если доллар упадет, то скорее всего Apple упадет. Поэтому имейте в это в виду, если вы доллару доверяете, то тем самым Apple доверяете тоже. Как-то у нас Tesla. Tesla тоже очень хорошо. То есть она уже будет 5 лет и больше. Рекомендую. В биткоин, ну это уже в принципе разбираем другую тему. Про акции поговорим еще немножко. Разные криптовалюты. Это, в принципе, круто. Вы сможете через 8 лет, через 18 лет, ну это перебор, конечно. В общем, примерно через 8 лет разбогатеть. Если она вдруг выстрелит, как биткоин, там, 2009 года, там, принято 2000 года, или как я вот не знаю, 2005, 2006, и она выросла, потому что именно в этот день был кризис, потому что именно в этот день покупали недвижимость, тот покупал, кредит брали, там будет легче, и потом зарабатывали на этом. Поэтому именно 2009 год, если вы заработали, там, купили криптовалюту или купили недвижимость, то вы реально молодец. Вы реально успели. Я вот не успел, ну ладно, понятное дело. Вот. И именно вы бы разбогатели, реально. Вы бы разбогатели в 2 раза больше. Имейте в виду, что уже биткоин не может вырасти. Потому что он такой расстояние у него. Возможно, вырастить немножко там цену 2-3 миллиона. Это значит, что он вырос. Как-то так вот. Давайте выбираем другую тему. Я сейчас быстро говорю, да.
Поэтому забиваясь, нужно только медленно и уверенно говорить. Тренировать себя, в общем. Как-то так вот. Давайте тогда поговорим про инвестиции на дальний срок. Ну, например, сейчас, наверное, уже нам блокнот брать, ведь с помощью блокнота сможем выдумать, записать. Это самое офигенное. Кстати, перед концом этого ролика сразу расскажу. Поставьте лайк, подпишитесь, чтобы рекомендации вам рекомендовали крутые ролики, а то сейчас этот ролик какой-то будет такой, но, в принципе, нужно к этому идти, ведь у нас есть там сказанная инструкция рассказать и записать ролик один для людей, кто хочет дальний план зарабатывать на них. Так, ну как-то так вот. В общем, всем удачи, да и всем пока.